Привет! Всем здравствуйте! Ну что, прочитала я книгу Шарлотты Бронте, называется «По повести Сангрилии». Вот, прочитала я. Книга интересная, книга заметная. Потому что на шарку. Давайте мы с вами от страницы 215. Так. И другим тоном, или ко мне бедняжка принялась тонкой рукой гладить песики по голове, пока тот не успокоился. Страница 325. Завершив предыдущую книгу и твердо решил не просыпаться следующей. Страница 15. Такая самая страница. 21. Он позвучил гостиница Стэнлип. Ну вот, у нас на улице так жара невыносимая. Я все ботами стекаю, вся прямо. Ужасно просто. Ой, прям вся прям. Вот, такие дела. Ну, книга очень интересная, я сразу прочитала ее. Называется «Повесть Сангрилии». Вот там, кстати, еще книга есть, такая называется книга, сейчас скажу, «Грозовой перевал». Вот «Грозовой перевал» и Джейн Сеймор. Но я пока не читала по ней книги, пока не знаю. Вот книга, мне очень, эта книга очень понравилась. Поэтому книгу я ее читаю. Вот. Ой, у нас на улице жарко стало. Я всем бодом текут, видите, вон. Все мне лица мокрые. Все дела, видите, как вот такие дела. Вот. Так что. Вот. Хоть резинку одевай постоянно. И знаете, как делаю? И знаете, как делаю резинку? Я беру резиночку, да? Одну вот так делаю. Вот у меня, видите? Вот сначала одну делаю. Вот немножечко вот так делаю раз. Вот. Сейчас я вам покажу вам. Вот. Так, теперь вторую делаю. И вторую делаю. Вот так вот. Просто скручиваю назад. Вот. Это я. И делаю. И все. И вот поэтому у меня это получается так. Вот. Сразу вот. Могу, по-моему, 22 числа, по-моему, как дадут воду, так помогу, число 23, по-моему. Вот. Вот такие дела. Вот поэтому я сегодня. Я уже, по-моему, 5 книг прочитала. Да, 5 книг уже. Вот еще Москву читаю, не просто тоже буду за вам. Вот эта книга очень интересная была, она вот в Питере. Прям заметная, интересная книга. Вот, и книга очень понравилась читать. Вот такие дела. Вот.